Итак, всем привет, дамы и господа, с вами вновь агент Фокс, я продолжаю проходить Half-Life 2. Пройдите меня! Ух ты, ё-моё! Так, снайперы эти чёртовы. Тихо. Ладно. А если я сделаю так? Бам. Вот так вот. Прихлопнули мы этих снайперов. Вот так вы вот. Вы из парней старые, друзья, не так? Может, вы поможете ему? Снайперы постерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранат, но я уже сомневаюсь, что у него это выйдет. Вперед, доктор Фриман! Окей, окей. Да что, пап? Так, не-не-не-не. А, попользуюсь пистолетом обычным, а то патроны для него лежат у меня мертвым грузом, я их не юзаю. Заперто. Помогите! На помощь! Помогите! Мы думали, тут будет безопасней. Мы и не подозревали, сколько их. Остальные ушли вверх по лестнице. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они еще... Да чтоб тебя! О, есть открыто теперь. Так, ну-ка. Этому грену кинем. Вот так вот, шлепнули гадов. Точнее, одного сюда! Гада. Гордон, я не могу двигаться. Чёртовы снайперы не дают мне поднять голову. Брось парочку гранат, окей. Ё-моё! Ядовитый хедкраб, что-то я про него забыл. Так, ладно. Хедкраба ядовитого шлёпнули. Бам! Обнаружена кровь. Гордон, сними этих снайперов. Окей. Что я пытаюсь сделать? Брось парочку гранат, подобьем их. Вот так. Ты опять в героях, Гордон. Хорошо, спасибо, Гордон. А теперь валим отсюда. Давай. Мозгососы! Опять. Опять эти. Ядовитые мозгососы. Ну где эта тварь? Готов. Так. Давай, порос. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-какие права. Ты слышал, мяуканье? Она меня преследует. Кто преследует тут тебя?
Ух ты, ёшкин пень. Возгасосы, Гордон! Да-да, я вижу. Спать. Сколько тут этих ядовитых хэдкрабов? Нет. Впереди находится второе здание, то ли банка, то ли музея. Так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити 17. На крыше находится огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. Окей. Учите человечество. И пришли. Нексус надзора. Похоже, они мобилизуются. Началось. Отсюда видно ворота. Я покажу, когда спустимся вниз. Нужно попасть в то здание, чтобы открыть ворота. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем. Давай, 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 идем, барни. Прости. Надо открыть и вернуться сюда, если получится их открыть. Сперва надо попасть в здание Нексуса. Окей. Мы начали не научную революцию, а книги. Мы смерли человечество. Так, ну-ка. Откуда ты даже не поцарапаешь эту дрянь, Гордон? Нужно отключить ее изнутри. Ох ты ж, ёшкин пень. С подозрением даже на меня. Ладно, заслуживаю иллюзию человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фридман. Сдавайтесь, пока не поздно. Обманывайте доверие, которое... Так, окей, ладно. Да чтоб вас! Так. Окей, ладно. Это для меня и... Так, ну-ка, вот так. Этих прихлопнули. Я бы хотел уделить внимание лично вам, доктор Фрид. Да. Так, ну что ж, ладно, прорвались. Так, ну-ка. Все везде заперто. Окей. Да уйдите вы с дороги. О-о-о,
мертвые. Ты в костюме, ты с ними разбирайся, а я к панели безопасности. Что-то у меня дурное предчувствие какое-то, ребят. Верни туда гранату. Должно сработать. Бам. Вот так. Отлично, я открою. Да простите. Так, чую я тут беда, ребятушки. Черт, десант! Они появятся с крыши. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному. Да чтоб вас! Ладно, спокойно. Возьми аптечку. Стреляй, Гордон! Так, ну-ка. Получай. Забывайте заряжать, доктор Фриман. Возьми аптечку. Окей, ладно, минус турелька. Ух ты, ёшкин пень. Так, ладно. Гранатами дайте. Дай-ка я отойду. Так, ну-ка, ребятушки. Прежде чем я пойду, сначала лучше обезвежу-ка эту турельку. Пока. Вот и все. Минус турель. Так. Нужно отключить три генератора. Можно начать и с этого. Эй, у тебя же есть гравипушка и лайт. Долбани-ка по этим щитам. Может, они вырубятся? Хорошо, осталось два генератора. Сейчас подзарядимся. Черт, на крыше засел надзор. А нам как раз туда и надо. Понятно, барни, понятно. Ой. Сколько охраны? Там явно есть что-то интересненькое. Давай, Док, я жду здесь, пока ты его не отключишь. Будь осторожен. Не пройти. Так, 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 так. Окружены. Так, что ж, ребятушки? Ну-ка.
Так, ну-ка. Натрави на них прыгунов. Уже. Гордон, расставь ловушки. Уже расставил. С двух сторон зажали нас, господа. Так, окей, ладно. Так, тихо. Остался последний. Последний генератор, окей. Ну где вы там? Так, что ж, ладно, придется вернуться, наверное, я так думаю. Так. Не понял. Пока. Так. Вот так-то. Так, а тут держу паре ловушки. Так, здесь нужно сохраниться. А то что-то мне подсказывает, ребят, что если я задену лазера, мне ГГ. Так, ну-ка, ребят. Так, а дальше-то что? Что-то я не... А, или... Так. Что-то я реально запамятовал, ребят. Труба. Хм.
Да блин. Что-то не выходит у меня, господа. Что-то я не врубаюсь, ребят. Реально, что-то я запамятовал, как тут проходить дальше. Что-то не знаю, что не могу, никак не получается запрыгнуть. Странно. Так, ладно, ребятушки. А то что-то я реально что-то забыл. Вот как можно пройти это место. Вот так, ладно. Я приостановлю запись и подумаю. Ну что ж, ребятушки, я вспомнил, как проходить это место. Сейчас пока возвращаемся назад. Запрыгиваем. Тихо. Вот так. Вот и все. Наконец-то. Одни трупы. Заодно выключится устройство подавления на крыше. А теперь на крышу, Гордон. Давай. Вот так. А теперь на крышу, Гордон. И где тут крыша? И куда? Следуй за мной. Ну, барни, идем. На крышу. Вот так. На крышу, Гордон. Так, да идем уже. А вот и наши ворота. Сейчас открою. Сейчас, ну, погоди. Фрима, подождите, мы идем с вами. Сейчас надо еще позарядить костюм. Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Хорошо, ладно. Увидимся позже, Гордон. Так, окей, ладно. Uh-oh. Так, ладно.
ошибись, еще и страйдеры появились. Фантастика. Так, ну я там страйдер. Задрал. Дальше-то куда мне идти, что-то не врубаюсь. От блин. Наконец-то мне, сколько ему нужно было респаться. Так, страйдеры там эти еще появились, что не есть гуд, господа. Доктор Фриман, вы отключили подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Сумеете туда добраться, добудете все необходимое, чтобы сбить страйдера. Эй, все, идем за Фрименом! Окей. И где же мне ракеты найти, интересно? Так, тихо, сюда не лучший выход. Так, ладно, попробуй на пролом пойти. Ты
5 раз их надо, если мне память не изменяет, господа. Тихо. Раз. Два. Три. Четыре. Да что, Паш, что же все не может сбить-то? О! Так, ну-ка. Этот готов? Подождите, я пойду с вами. Так, ну-ка. Да сколько, да сколько же вас там? Так, ну-ка. Ложись, ложись. Так, ну-ка. Вот так. Ну что ж, ладно, ребятушки, наконец-то. Так, окей, ладно. Похоже, мы движемся дальше. Получай. Ух ты, ё-моё! Тихо, бежим, бежим, бежим. Да, блин. Пора уже фоткать меня. Окей, ладно. Фу, блин, сколько тут этих солдатеев Альянса. Тихо. Так, ну-ка. Да чтоб тебя! Ну, ну давай страйдер где-то. Так, ну-ка. Обнаружено кровопотери. Ну-ка. Так, ох ты, ё-моё, у меня же хп мало, это нехорошо. Да ё-моё. Так. Так, ну-ка. Так, а здесь у нас что? Да задрали ты. Так, ну-ка. Обнаружена кровопотеря.
Тихо. Так. Ну где там страйдер? Выходи. Тварюга. Готов. Наконец-то. Вот так. Фух, наконец-то минус страйдер этот. Доктор Фримен, черт знает, что творится. Рядом с цитаделью на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Мы уже почти под стеной цитадели, Док. Я не знаю, как черт возьми мы преодолеем ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Нужно добраться до вас, Лей! Ну-ка. Страйдеров там полно, господа. Ой. Так, ну-ка. Так, аптечка нашлась уже, хорошо. Давай. Вот так-то. Тихо. Ты ё-моё. Ух, ё-моё. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Получай. Так, ну-ка. Господи, сколько тут... Да сколько же вас там? Вот так. Да... Давай, покажи свою морду. Да ты задрал! Thank you.
Так, ну-ка. Где ракетница? Ракета для ракетницы? Я уже запарился бегать. Так, ну-ка. Умри. Ну, наконец-то, блин. Минус страйдер. Райдами наконец покончено. Теперь надо к лошади пробраться. Вот я. И про это я тоже забыл, как. Не повторюсь еще раз, я в Half-Life. Я уже очень давно не играл, поэтому я запамятовал. Серьезно. Да. Так, здесь не пройти, похоже. Так. Куда идти-то, ё-моё? Так. Извините. Так, и куда... Никуда реально теперь идти. Так. Так. Так, здесь мне не пройти, похоже. Серьезно, ребят, я запамятовал. Куда тут идти? Ну, просто реально. Повторюсь еще раз, я давненько в Half-Life 2 не играл. Я многое уже забыл. Куда идти-то? Я ни черта не понимаю. А, стоп, погодите, кажется, я понял. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Вернись сюда, пёс! Чёрт, всё в плоде!
подери! Гордон! Эй, помоги-ка мне! Пойдешь. Молчать. Пес пронесся через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, он вбил свою голову, что она в цитадели. Алекс, поди, не хотела, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановишь. Эй, пес, не туда! Там не пройдешь! Ничего себе. Я думаю, он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Окей, ладно. Если увидишь доктора Брина, передай ему. Фух, наконец-то прошли мы эту занудную главу. Ох, наконец-то, ребят. Вот, наши покровители. Все, дамы и господа. Вот, все. Ну на этом давайте, ребятушки, пока закончу. С вами был, как всегда, я, агент Фокс, и мое прохождение Half-Life 2. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.